Видео подготовлено для канала «Уроки ТВ. Математика. 4 класс. Автор чекин. Часть 2. Задание 336. Выполни вычитание столбиком для чисел. И даны два числа. Давайте сразу это вычитание и выполним. Итак, уменьшаемое 454 381, а вычитаемое 165 827. Так, ну записали, вычитаемое под уменьшаемым, строго разряд под разрядом. И начинаем с разряда единиц. Из единицы вычитаем 7, не можем вычесть, поэтому мы должны взять единичку у старшего разряда. Вот здесь мы берем единичку, и она превращается в 10 единиц рассматриваемого разряда. И еще единичка у нас была, значит, получается всего 11. 11 минус 7 – это 4. Переходим к следующему разряду. Там у нас не восьмерка уже, а семерка. Мы же одну единичку забрали. Из 7 вычитаем 2, получаем 5. Переходим к следующему разряду. Из 3 – 8. Надо взять единичку старшего разряда. Тогда получается не 3, а 13. 13 минус 8 – это 5. Переходим к следующему разряду. Там у нас уже тройка. 3 минус 5 – надо взять единичку старшего разряда. Получаем 13 минус 5 – 8. К следующему разряду перешли. Там у нас не пятерка, уже четверка. Берем единицу старшего разряда. 14 минус 6 – это 8. И к следующему разряду, разряду сотен тысяч, там не шестерка, а пятерка уже. 5 минус единица – 4. Получилась разность 488 554. Читаем условия дальше. Что должно получиться в результате, если из уменьшаемого вычесть значение разности? Если из уменьшаемого вычесть разность, то получится вычитаемое. Сделай проверку правильности выполнения вычитания с помощью вычитания. Итак, если мы возьмем уменьшаемое, вот, 654 381, и вычтем из него разность, а это у нас 488 554, то у нас должно получиться вычитаемое, то есть 165 827. Вот и проверим сейчас. Так, вычитаем из единицы, вычитаем 4. Не можем. Берем единичку у старшего разряда. Получается у нас 11. 11 минус 4 – 7. В десятках у нас не 8, а 7. 7 минус 5 – 2. В сотнях 3 минус 5. Берем единичку у старшего разряда. 13 минус 5 – 8. Так, вместо четверки у нас уже тройка. Но из тройки вычесть 8 не можем, поэтому берем единичку старшего разряда. Получаем 13 минус 8 – это 5. Переходим в десятки тысяч. Там не 5, а 4 уже. Из 4 – 8. Берем единичку старшего разряда. 14 минус 8 – 6. Ну и в сотнях тысяч у нас не 6, а 5 уже. 5 минус 4 – 1. Что получилось? 165 827. Все верно, у нас получилось вычитаемое. Следовательно, вычитание мы выполнили правильно. Дальше читаем. Что должно получиться в результате, если к значению разности прибавить вычитаемое? Если к разности прибавить вычитаемое, то получится уменьшаемое. Сделай проверку правильности выполнения вычитания с помощью сложения. Итак, вот у нас разность, вот у нас вычитаемое. И если мы сложим разность и вычитаемое, то получим уменьшаемое. Так, ну сложим разность 488 554. Мы складываем с вычитаемым 165 827 и посмотрим, что получится. Но мы знаем, что должно получиться уменьшаемое. В
противном случае, если у нас не получилось уменьшая, значит, мы вычитание, самое первое вычитание, сделали неправильно. Итак, проверяем. 4 плюс 7 – 11. 1 пишем, а единичка пойдет в разряд десятков. В десятках 5 плюс 7 – 7. И единичка – 8. В сотнях 5 плюс 8 – это 13. Троечку записали, единичка пошла в тысячи. В тысячах 8 плюс 5 – 13. И единичка – 14. 4 записали, единичка пошла в десятки тысяч. В десятках тысяч 8 плюс 6 – 14. И единичка – 15. Так, 5 записали, единичка пошла в сотни тысяч. В сотнях тысяч 4 плюс 1 – 5. И 1 – 6. Получилось 654 381. Все верно, это наше уменьшаемое. Следовательно, мы проверили. Все мы в вычитании сделали правильно. Поэтому задание выполнили. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк.